Это Андрей Корж. Для человека самое главное — это жить в согласии с самим собой. Эта песня посвящается для всего прекрасного города Лисичанск и порядочному люду всем мира, братья. Главное вовремя осадить пехоту, искоренить надо изначально дикоту, уметь красиво отбить у легавых охоту, на тексты жизни дать жизненную ноту. Живи во благо и будь ближе к народу, помогай не только близким, обретай свободу, предугадать планы и разгадать породу. Ты против этой идеи, тогда урод ты. Всем порядочным порядочное окружение, твои деяния — это твое отражение. Живешь правильно, заслуживаешь уважения за правильное решение, не проси прощения. Встать на колени — это уже унижение, сломаться — пожизненное поражение. Слова отцов непригодны к искажению, к словам отцов огромное уважение. Главное, чтобы тебе добром отзывались, главное, чтобы твои близкие улыбались, главное, чтобы в твое личное не вмешались, чтобы вопросов не было и все задачи решались. Главное, чтобы было к знаниям желание, главное, от окружения было понимание, главное — понятие, главное — отец и мать, главное — это честь и ее не сломать. Делай шаг вперед, и ты поймешь, много не так страшно, что тебя пугало. Познаешь для себя, будь все обойдешь, хотя таких ситуаций не возникало. Жалкие жить не хотят, так как не умеют. Ты делай жизнь приятной, оставь тревогу. Они те, кто жизнь свою собственную презирает. Другие станут хозяином жизни твоей. Должен быть готов, что придется расстаться жизнью своей в любой момент, равнодушно все эти трудности, чтобы закаляться. И ты попрешь туда, где ужасно душно. Главная причина страха и надежды — это мечтание вперед, засылая мысли. Перестанешь бояться, переставая надеяться, жизнь глупца безрадостна, давай, братан, не кисни. Главное, чтобы тебе добром отзывались, главное, чтобы твои близкие улыбались, главное, чтобы в твое личное не вмешались, чтобы вопросов не было и все задачи решались. Главное, чтобы было к знаниям желание, главное, от окружения было понимание, главное — понятие, главное — отец и мать, главное — это честь и ее не слава.